Всем привет, с вами Unreal. В этом видео вы увидите, магнитный двигатель все-таки существует. Обычный человек Юрий Юрин смог создать прототип магнитного двигателя. Как мы знаем, подобные технологии скрываются от обывателей. Все дело в том, что вроде бы простые вещи, но никто в это не верит. Но проверить ни у кого не доходят руки. А также мы посмотрим на прототип моего магнитного двигателя. Ну что ж, мы начинаем. Приятного просмотра. Всем привет, друзья! С вами канал Рафаэль Unreal. Добро пожаловать на канал по запрещенным технологиям. Добро пожаловать! Обязательно ставьте лайки и распространяйте это видео. Сегодня вы увидите то, что вам никто никогда не покажет. Действительно рабочий магнитный двигатель Юрий Юрина. А также я вам покажу свои разработки, то, чем я занимался все это время. Вы увидите небольшую вставочку, и думаю, вам это понравится. Друзья, есть вещи, поистину действительно, которые работают, но многие не замечают самых простых вещей. Человек, который давным-давно игрался с магнитами, это Юрий Юрин. И у него всегда получалось сделать магнитный двигатель, который просто вращался, или просто вращал сам себя. А сейчас мы посмотрим видео, где с инструкциями все объясняется, как это построить и как работает сама крутилка. Поехали. Смотри, я разобрал. Все, я постоянно разбираю, потому что у меня платформа одна и нет у меня это, короче, времени и денег, блин, делать много. Это вот, смотри. Как бы надо осуществить втягивание и переталкивание. Вот этот магнит стоит, он как бы отталкивается, видишь, в ту и в другую сторону. Чтобы как бы осуществить, ну, переталкивание, надо комбинировать. Так, вот видишь, на притяжение, да? Вот так ложим, вот видишь, притягивает. Вот эта часть, она отталкивает. Ее ставим вот сюда. Вот здесь еще надо вот эти углы как бы там подбирать под определенным, ну, на определенном расстоянии с определенным углом. Играться надо этим. Я не могу объяснить. Смотри, он как бы переталкивает. Видишь? Как бы вот сюда входит и уходит. Так, вот так видно. Ай, зараза, блин.
Я думаю, так видно. Вот эти расстояния надо подбирать. И тогда будешь добиваться вот такого эффекта. Отсюда он как бы сам заходит. Вот эта вот сторона. Вот так углы. Вот эту часть загибать надо вот сюда вот, либо как бы железом делаешь это, ну вот сюда вот загибаешь, тогда будет вытягиваться аж отсюда где-то, либо удлинять ее надо, слабый магнит, по силе магнита подбирать, уносить, ну, вот эту часть вот, вот сюда дальше. Только чтобы вот этот магнит был, потому что если, ну, как бы сильный взять, удлинить вот так вот, то входить, он, видишь, входит, ну, в принципе. Нет, сложно будет, как бы, тогда надо и вот эту часть удлинять, чтобы она... Ага. Ну вот, выскакивает вроде. Ну вот эти все моменты надо... Вот этот магнит, если ослабить, тогда он будет выскакивать и от этого отрываться далеко. А потому что вот этот магнит, он очень сильный по отношению к этому, поэтому он не дает как бы уходить далеко. Вот эти моменты надо как бы регулировать, надо подбирать магниты по силе притяжения и комбинировать вот эти участки, и тогда, ну, получается как бы выход за пределы зоны взаимодействия. Извини, что видео такое как бы быстрое. Вот видишь, он сильный, поэтому не получается как бы из этих вот, когда их по три, вот видишь, здесь два, да, здесь по три, тогда получается перескок, переход, видишь, какой он шустрый достаточно. Ну, как бы вот эти моменты все, вот эти моменты надо, ну, просчитывать. Вот, видишь, он с остановки, да, как бы втягивается и пошел, блин, гулять. Вот так надо комбинировать, пробовать и делать. Ладно, я потом буду еще снимать видео, я тебе еще как бы подробные. Я хочу шуструю модель сделать, поэтому здесь я экспериментирую на этой фигне, блин. И вот на этой вот, на поисковых. У меня это как бы... Зараза, блин. Ну что, друзья, а сейчас кусочек видео, как работает мой магнитный двигатель. Но пока что это просто прототип, и я его просто запускаю от блока питания. Заработала система, друзья. Приделал моторчик для раскручивания нашего ротора. Выглядит это вот таким образом. Достаточно большие обороты при вообще смешном потреблении 0,33 ватта. Черт подери, оно крутится.
Ну что, друзья, вот такое вот видео. Надеюсь, что вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь своими мыслями. Потому что это очень важно. Потому что, может быть, я что-то упускаю, и вы подскажете что-то интересное. Но также обязательно делитесь видео. Все, пока-пока.